Совсем другое дело после купания. Пью ятрышник. Thank you.
песня про собаку. Есть у меня домик и двор, надо его охранять, чтобы никто не залез. Пес должен всех отгонять. Что бы я делал без пса, кто бы меня охранял? Грозно рычит на врагов. Так я собаку завел, громом назвал и пустил. Страшно теперь заходить, может собака кусит. Что бы я делал без пса, кто бы меня охранял? Грозно рычит на врагов. Как хорошо мне теперь, ходим мы с Громом гулять. Любит он сытно поесть и рыжих котов погонять. Что бы я делал без пса, кто бы меня охранял? Грозно рычит на врагов. Прогулка началась. Вместо ходьбы с палками, скандинавской ходьбы, я предлагаю казачий ход с эспандерами. Нагрузка намного лучше. Попробуйте и оцените. Пусть это движение войдет в весь мир. Будете ходить с эспандерами, а не с палками.
Доброе здоровье. У меня нормально. И песни, и видео делаю. А вот ваш вот этот вот скутер, да? Ну, это самокат. Самокатик, он это... Насколько вот его хватает? Вы его зарядили, и он ездит? Ну, где-то, да, где-то на два... два дня вроде как. На два дня, вот это да. И здорово вы на нем ездите. Ну, а какой у вас канал? Ну, конечно, потому Малахов Геннадий можете набрать. Километров в час. И сегодня вы попадете на мой канал. Можете передать привет. Здрасте. Доброе здоровье. Значит, 30 километров в час. Малахов. Геннадий. 30 километров в час. И, ну, просто там Малахов можно набрать. Нет, на ютубе. Это вы? Да, это я. Похож? Да. Вот, смотрите. Передаю это своим друзьям привет, своим родителям, если они, конечно, это смотрят. А ты скажи, чтобы посмотрели. Ну, смотрите, обязательно смотрите эти видео, они очень прикольные. Да, пока. Пока-пока, да? Так, слушайте, вот вы подзарядили его. Сколько он заряжается? Два часа, три часа? Три часа заряжается. Три часа заряжается, и потом он ездит. Вот сколько часов вы можете гонять вот в два дня? По часу, по два, в день, по три? Я так вообще с друзьями вообще по 4 часа. По 4 часа. То есть на 8 часов зарядки хватает, да? Хорошо. А вы на гребле пришли? Да. Да. Мы сейчас ждем пока что некоторых друзей, чтобы... Ну давайте, давайте. Так что сегодня посмотрите как раз и будете. Хорошо. А родителям скажите, там есть целебная кулинария у меня, плейлист. Я-то еще готовлю. Да. Вот это что, хорошо. А вот я набрал там. У вас есть такое одно видео, тут написано огурец, и еще одно видео умер. Нет, у меня нету огурец и умер там. Ну тут просто такое написано. Не, это они люди понаслышке, знаете, ну как я услышал там, допустим, о вас, вот где-то от кого-то услышал, что вы там такие-то, 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 да, и говорю, а на самом деле это вот совсем другие. То есть про огурца не было совсем ничего там, что лечение геморроя с помощью огурца. Вот, это был доктор такой и есть, доктор Попов, он рассказывал, а все это отнесли тут ко мне, что вот я вот, такой секунд. Я включу ваше видео там, где вы идете возле байдарки. Вот. Свежий случай, когда люди информацию какую-то там приписывают мне с огурцом, лечением геморроя. Я уже на эту тему говорил. Ну, как говорится, вот так вот ее разнесли, приписали, и все. Теперь я тут добавок главный по огурцам и по геморрою стал. Помимо того, что по уринотерапии. И вот это вот в юных умах оседает, они все это принимают за чистую монету, и потом вот так вот. Но я же совсем другой, кто со мной уже не один год, совсем другой. Такой подвижный, озорной и без огурца. Выгляжу огурцом. Казачий ход придумал. Вот кто-то там придумал скандинавскую ходьбу. Взял палки и пошел. О, достижение! О, достижение! Вот это да, скандинавская ходьба. Прославляем скандинаву. А я вам казачий ход с эспандером. Палки были известны, ходьба была известна. Соединили, получилась скандинавская ходьба. Эспандер был известен, ходьба была известна. Я соединил это все вместе. Получился казачий ход на Дону. На Северском Донце, вот она река, родина казачьего хода. А?
поддержим казачий ход. Это вам не огурец толкать. А регулярно надо ходить и эспандер сжимать. Вот так тема, да, неожиданно открылась. Кстати, сегодня 25-е. YouTube проводит такую акцию. Как ты провел сегодняшний день? Вот я начал его так проводить, как я вам показываю. Проснулся. В купель окунулся. Выпил ятрышника. Сел в машину и вот хожу. Дышу. Очередной мой проход для здоровья. Ну, посмотрим, что YouTube возьмет лично с моего видоса. 2 километра пройдено. Вот наша жизнь. Реалии. Собираем мусор, сдаем и на это живем. Казачий ход, мы движемся только вперед. Кольцо закрыто, ну и отлично. Так что интересная вещь. Палки плюс ходьба прижилось. Получила название скандинавская ходьба. А эспандер плюс ходьба — казачий ход, придуманный на Дону. Что-то никак не приживается, хотя это намного лучше и проще во всех отношениях, эффективнее. Тем не менее, как-то не это. Не приживается. Взяли и пошли. Кстати, о феномене, что кого-то смотрят и слушают на YouTube, а кого-то нет. Например, вот про язык. Я посмотрел там видео что-то. Вот если язык у вас обложен белым, что это там такое? И врач со своей точки там зрения объясняет: да, это все нормально. И если уж так не очень сильно белым. То есть одно дело, если это там молочница, это там совсем как творог. А если так сказать, беловатый там, ну, более-менее, так сказать, язык цвета, то все нормально. Есть диагностика по языку. И вообще, если человек просыпается, и у него и сегодня, и завтра, и послезавтра язык обложен белым, а потом вроде как розовеет, это уже тревожное указание на то, что организм переполнен слизистыми шлаками, которые выделяются через носоглотку в виде вот такой вот слизи. Если это еще слизь имеет желтоватый оттенок, это уже говорит о том, что что-то непорядок с печенью, с желчным пузырем. И если там сероватый оттенок имеется у этой слизи, то это уже переполнено иными шлаками, так сказать, ветреной природы. Об этой диагностике древние очень много говорили, тщательно все это дело разработали. И тут на тебе, да нормально, там надо язык чистить и все там такое. Ничего не надо чистить, язык. Все должно очищаться само.
Или еще там какую-то там, знаете. Вот как вот этим вот мальчикам в интернете там что-то там показали, рассказали. И они все это чистую эту монету и приняли. Вот. По языку очень и очень много можно чего рассказать. Так что, когда язык у вас обложенный, это говорит о том, что и неправильное питание у вас имеет быть место, что пища не переваривается, а больше превращается в слизистые шлаки. Это говорит о том, что и переполнение есть уже слизистыми шлаками организма. Значит, вы уже к простудным заболеваниям предрасположены. Чуть что. Это говорит и о том, что вы создали кормушку для паразитов разного рода. То есть очень много чего говорит, что со здоровьем не совсем то, что бы вы хотели. Что надо уже искать причины, почему язык у вас не очищается, почему он такой. Пересматривайте свое питание, образ жизни. Вот. Анализируйте, нет ли там у вас паразитов. И прочее, прочее, прочее. А не то, что да, это нормально. И как раз это приятно слышать тем, которые не хотят ничем заниматься и считают, что это норма. Раньше удаление желчного пузыря приравнивалось к тому, что человек получал инвалидность. Раньше, там, сколько там это, примерно, наверное, в 50-х годах это, наверное, было прошлого века. А теперь, да, нормально, да, что там нормально. Стандарты меняются. И это, что мне еще так, такая информация резанула слух, это то, что в Америке медицина хуже, потому что она платная и не так доступная в связи с этим, как наша медицина. Так мы киваем на заграницу. То же самое у нас уже наблюдается. А туда дальше еще больше будет, что человек не может получить какую-то квалифицированную медицинскую помощь, потому что у него отсутствуют деньги ее оплатить. Нету денег, Минздрав предупреждает. Нет денег, не болейте. Отличная фраза. Вот тебе и все. Разные мысли посещают во время прогулки. Самое плохо это когда человек начинает о чем-то судить, сам не понимая этого, и вдобавок не делая этого. Кину палку в огород Алексея Шредера. Вот тут он говорит о золотом стандарте в подтяганиях, отжиманиях, с чем я, в принципе, согласен. Когда есть сила, то ты делаешь все чистенько, красиво,
Вот, эстетично. И вот он дошел до приседания. Вот, говорят, как ягодицы там бьют по пяткам. Вот так приседать надо. Ну и сам там показывает. А так как у него нет гибкости, а при этом, говорит, вот как штангисты тут приседают. Вот посмотрел я все это дело. Брусок под пятками должен быть от 2 до 3 сантиметров у него. Вот тогда он будет более-менее приседать правильно. По так называемому его же золотому стандарту. Когда спина ровная. Что тут происходит? Дело в том, что когда человек берет штангу и в низком седе находится, то спина должна быть ровной. И если она немножечко там наклонена вперед, то в зависимости от веса просто-напросто штанга вас перетянет вперед и выпадет с груди, скатится, так сказать. Поэтому хочешь не хочешь, а спина должна быть ровненькая. Вот, вот тогда получается и сед пониже, и спина ровная. А тут то, что он показал, ну, это далеко от того, что на самом деле он хочет, чтобы было, так сказать, идеально. Для того, чтобы все это было идеально, надо хотя бы немножко поприседать со штангой на груди. Конечно, скажут, вот тут руки не подворачиваются, есть еще что-то, там еще что-то. Ну, надо просто изменить хват. Просто-напросто положить ее на грудь. А руки лежат сверху. Ну, как-нибудь я покажу это. И присесть. Вот пример того, что человек в данном случае не разбирается, что такое тут приседание штангиста и что такое золотой стандарт в приседаниях. Ну и прочее. Кстати, когда спина ровна, человек приседает больше ногами, то меньше травмируется спина, особенно поясничный отдел, больше работают ноги. И совсем другое дело. Вот, так что как-то, когда о чем-то говорят, ну, надо попробовать. Попробовать присесть со штангой на груди. Как это встается? Бывает, ты встаешь в отдачу, когда у тебя техника хорошая, попадаешь. А бывает и без отдачи. Завалил на грудки, встрял в этот нижний сет. Низкий сет, нижний сет. И потом уже силой прешь ее, встаешь. То есть тут разные вещи бывают и у штангистов. Что и как. Так что не будем говорить, не как это так лучше бы выразиться. Просто Алексею надо бы самому поприседать со штангой на груди, чтобы понять, что такое приседание штангиста, как должна быть спина, а потом уже можно приседать и со штангой на плечах, уже будет спина ровнее.
А так как гибкости не хватает, и там прет наполовину спина, наполовину ноги, надо подложить под пятки брусочек 2-3 сантиметра. Этого будет достаточно, чтобы появилась та недостающая гибкость. Туловище опускалось ровно, и он давил ногами. Вот это будет золотой стандарт. Да. Кстати, я сейчас приду и покажу на своем примере, как пожилой атлет, штангист, мастер спорта. То есть звание мастера спорта-то есть. Никуда от него не деться. Сейчас, конечно, я его не подниму. Но, тем не менее, кое-что у меня сохранились. Потому что если ты потратил лет 10 примерно своей жизни этому виду спорта, то что-то остается. И это мы продемонстрируем. Кстати, со штангой на груди я вставал с весом 220 килограмм. На грудь брал 202 килограмма с половиной. Толкал классические 197. Мог бы и больше, то есть 200 уж точно. Ну вот, не судьба. Получилось, думал, да, толкну на следующих соревнованиях. А потом, так сказать, неожиданно раз. И как-то все это надоело. Бывает такое. Ну вот 61 минута. Я прошел 4 километра 390 метров. И теперь погоню домой. Приятно дело иметь с головатыми людьми, а не просто ух ты с бухты. Тарам-дарам-дам, тара-да-дам-дам, тара-да-да-да-да-да-дам. Вот он, шиповничек растет, в случае чего, хоп, оборвал, заживал, пополнил организм витамином С естественным. Ну что, заезжаем. Видите, тут плакат. Не просто. Тут же ведь не просто какой-то челдобрек. А ух ты с бухты. И возможно даже ух ты с барахты. Нажимаем. Das ist нажали. Das ist смотрим. Закрываем. И это хорошо. Машину выключаем. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Е-е. Ведь мы, ребята, да-да. 70-й широты. Собакин пришел. Федозик. А нам не страшен ни вал десятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы, ребята, да-да. 70-й ширины. О! Вот только скажи. И тут уже... Где твой телефон? Мне говорит. Телефон. Мусик! Все на месте. Мусик.
На месте?